В десятке шагов от Путина. Такими словами орловчане, побывавшие в Москве на концерте «Мы вместе», могут обозначить свои зрительские места на стадионе «Лужники». Этими же словами они могут обозначить и свою идейную позицию. Дескать, да, с Путиным мы рядом, и с ним нам по пути. По крайней мере, политику по возвращению Крыма в состав России эти орловчане одобрили и поддержали, что и засвидетельствовали в Москве во время торжеств в честь 7-летия воссоединения с Крымом. На сцене выступил президент, известные российские исполнители и общественные деятели. Лейтмотив их заявлений известен. 18 марта – важная дата и символ восстановления исторической справедливости. Из Орла на концерт отправились волонтеры «Победа», работники народного хозяйства, которых администрация поощрила таким образом, и представители студенческой братии, например, актив реставрационно-строительного техникума. Поездка состоялась благодаря дирекции техникума, которая согласовала вопросы с мэрией Москвы, которая пригласила и выдала нам пригласительные билеты на данный концерт. Поехали на данное мероприятие особо отличившиеся обучающего техникума и наши друзья-волонтеры-медики.